танк вот товарищей немцев, ну, с которым они носились и кричали, что супер-супер-супер танк. А оказывается, он его тоже можно разбить и даже показать на выставке. Собрана полностью Европа, и самое главное, их хозяева – американцы. Впечатляет, конечно, очень большое количество стран помогают Украине. Все это печально. Что победа все равно будет за нами, несмотря на все усилия враждебных наших стран. И они должны понимать, что мы воюем не с братской Украиной, да, там есть люди, которых заставили воевать, но ими управляет американцы. Не все сейчас, как говорится, пропитаны еще чувством патриотизма. И надо заново все это восстанавливать и воспитывать в людях, особенно в детях. Надо почаще, чтобы молодежь больше смотрела, и патриотический настрой, чтобы был у нас. Я почувствовал силу России, увидел ее мощь. Главный посыл, что победа будет за нами.